Здравствуйте! Вы смотрите программу «Открытая книга». Может ли христианин принимать участие в политической жизни? Должен ли он обязательно голосовать на выборах или принимать участие в митингах и референдумах? Может ли он делать политическую карьеру? Что об этом говорит Священное Писание? Сегодня мы говорим об этом. На наши вопросы отвечает священнослужитель, магистр богословия Олег Юрьевич Гончаров. Олег Юрьевич, здравствуйте. Здравствуйте. Я очень рада снова приветствовать вас в нашей студии. Вы не первый раз уже являетесь гостем нашей программы. Итак, интересно, что говорит Священное Писание об участии в политической жизни? Например, в Священном Писании содержится история еврейского народа. Как обстояло дело с участием в политике у древних израильтян? Чему их учил Господь? Чего Господь хочет сегодня от нас относительно участия в политике? Спасибо за вопрос, за возможность быть на нашей передаче. И прежде чем мы откроем нашу книгу, открытую книгу «Священное Писание», нам необходимо определиться, о каком предмете мы будем с вами беседовать. Что есть политика? Угу. Давайте мы поговорим, как политика определяется в различных словарях, научных изданиях. Дело в том, что у этого слова «политика» существует очень много разных значений. Именно вот разных значений. Ну, само слово, оно произошло, как и многие слова современные, научные, произошло от греческого слова «политике». Государственная деятельность буквально переводится как «государственная деятельность». То есть это понятие, которое включает в себя деятельность органов государственной власти и государственного управления, а также вопросы и события общественной жизни, связанные с функционированием государства. Есть такая наука, которая изучает политику, называется она политология. И вот в ходе развития этой науки определяется несколько таких основных дефиниций, да, определений политики. Значит, это умение сберечь всех граждан и по возможности сделать из худших лучшими. Вот такое определение политики давал древнегреческий философ Платон. Смотрите, как интересно. Оберечь всех граждан и по возможности сделать их из худших лучшими. Хорошее определение. Угу. Замечательно, мне очень нравится. Второе еще вот определение, это уже средневековый философ Макиавелли говорил. Знание о правильном и мудром правлении. Тоже, смотрите, как красиво. Правильное и мудрое правление. Макс Вебер, социолог уже начала 20-го столетия, говорил, что политика заключается в лидерстве государственного аппарата и или влиянии на это лидерство. То есть он больше говорил вот о политике как о государственном аппарате. Интересно, классик коммунизма, так скажем, Карл Маркс говорил о том, известный, кстати, экономист, говорил о том, что политика заключается в борьбе классовых интересов. И вот, кстати, это определение политики, оно и отразилось на современном вот в нашей стране понимании, что есть политика. Потому что мы привыкли, как-то у нас такой бэкграунд, да, вот еще советский, мы привыкли именно понимать политику, как ее понимал Карл Маркс. То есть это борьба каких-то классов за власть. Вот. Но, как уже мы отметили, видите, сколько определений политики. Есть и хорошее определение. Кстати, более широкое такое определение политики или политической деятельности заключается в том, что политика – это поведение общественных групп, социальных классов, общественных групп, социальных институтов, их взаимодействие между собою, их поведение, их модели поведения. То есть вот в этом широком понятии политики в политику вовлечены буквально все люди, живущие в том или ином государстве или в том или ином обществе. Потому что нету ни одного человека, который бы не строил взаимоотношения с другими группами людей, да? Вот, и внутри своей группы, и с другими группами людей. То есть в этом широком понимании слова «политика», политика – это, можно сказать, общение людей друг с другом. Формы этого взаимодействия, формы общения. Поэтому с этой точки зрения, если мы будем говорить, то все мы волей-неволей, поскольку мы не на Луне живем, а на Земле, занимаемся политикой. Ну и вот теперь, чтобы ответить на ваш вопрос, мы можем обратиться к Священному Писанию. Вот вы задали вопрос,
А что говорит Библия о политике? Да? Она, политика существует в Библии? Вот, конечно же, существует, и существует именно потому, что в Библии люди всегда жили в обществе, в сообществе других людей и строили свое взаимоотношение. В самом начале, когда Бог создал человека, Адама и Еву, конечно, не существовало никакого государства, и оно и не нужно было, потому что Божий план заключался в том, чтобы Господь напрямую управлял людьми, то есть был для людей верховным правителем, как мы говорим, верховным правителем. И если мы открываем первые главы книги «Бытие», то с самого начала, как только Бог создал человека, мы здесь читаем, Бог напрямую обращается к Адаму и Еве и напрямую управляет их жизнью. Вот первые две главы как раз об этом говорят. 28 стих 1 главы. «И благословил их Бог, и сказал им Бог». Видите, вот это слово «и сказал им Бог», оно здесь повторяется на протяжении первых двух глав. Но в третьей главе происходит событие, которое кардинальным образом повлияло на жизнь всех людей на нашей земле, на нашу жизнь. Происходит грехопадение. Грехопадение. И в результате грехопадения происходит как раз разрыв взаимоотношений между человеком и Богом. Если до этого эти взаимоотношения строились напрямую, то теперь, смотрите, что происходит. 9 стих 3 главы. «И возвал Господь Бог к Адаму и сказал ему: где ты? Он сказал: голос твой я услышал в раю и убоялся, потому что я наг и скрылся». То есть, смотрите, Бог обращается к человеку, а человек от него убегает. Да? Угу. Интересно, вот эта мысль в Библии сложно, что не Бог убегает от человека, uh-huh. заметьте, да? А человек убегает от Бога. В этом разница большая. Uh-huh. Потому что Бог продолжает любить человека, но человек от него скрывается. И Бог уже не может управлять жизнью человека... Когда он ему не доверяет, да? Да, когда человек ему не доверяет. То есть... Интересно, тут вот она, может быть, первая политическая борьба между сатаной и Богом за влияние на людей. За власть. Ну да. В да. какой-то степени можно это сравнить. Ну, мы сейчас говорим, конечно же, не о противостоянии сил зла силам добра. Мы говорим чисто вот о таких прагматических вопросах. Вот как вот людям на земле жить, как построить угу. общество. Да, да, да. Угу. И на этом делаем акцент. Хотя тот вопрос, который вы задали, он очень интересный. И это может быть отдельным. Нам угу. можно было бы сделать передачу, потому что изначально... политическая борьба зародилась еще до сотворения Земли на небе, когда один из падших ангелов, Люцифер, поднял... Ну, тогда он был не падшим ангелом, тогда он был светоносным Люцифер. Он поднял восстание против Бога. И это восстание как раз и привело к тем событиям, которых мы читаем в третьей главе книги «Бытие», «Грехопадение». Так вот, после грехопадения Бог уже не мог напрямую обращаться к человеку, как он это делал в Эдемском саду, и уже обращался к человеку через особо избранных людей. Вначале это были патриархи, мы читаем об этом в книге «Бытие». Это был Авраам, это был Исаак, это был Иаков. Через патриархов Бог обращался к людям. Была еще одна такая интересная личность – Мельхиседек, царь Салимский. Тоже особо, наверное, избранный Богом человек, священник Бога Всевышнего, как написано в Библии. Потом дальше Бог обращался к людям через своих пророков, через тех руководителей, которых он ставил над своим народом, через Иисуса Навина, например, после, через Моисея, да, как руководителя Божьего народа, потом через Иисуса Навина. Потом через различных пророков, через судей, когда уже израильский народ оказался в земле обетованной, да, Бог стал ставить судей для управления народом, и мы об этом читаем в книге «Судей».
И, наконец, мы подходим к такому вопросу, как избрание первого царя в Израиле. Вот это событие, описано в первой книге царств, 8 глава, с 4 по 7 стих. Мы можем прочитать из этой главы. Первое царство, 8 глава, с 4 стиха. «И собрались все старейшины Израиля и пришли к Самуилу в Раму. И сказали ему, вот ты состарился, и сыновья твои не ходят путями твоими, и так поставь над нами царя, чтобы он судил нас, как и у прочих народов». Вот смотрите, что интересно происходит. Человек, когда отошел от Бога, совершил грех, скрылся. Вот этот отход от Бога, он постепенно, шаг за шагом приводит к отвержению Божьего правления. Даже через патриархов, даже через пророков, даже через судей. И приходит израильтяне к такому моменту, когда говорят, нам не нужны твои люди, Господи, мы хотим, вот как другие общества земные, да, как, скажем, те люди, которые не верят в тебя, языческие вот эти как сообщества, соседи, чтобы, да? Как соседи наши, да, чтобы над нами стоял царь. То есть фактически они отвергают Бога. И здесь это подтверждение находит в 7 стихе. «И сказал Господь Самуилу, послушай голоса народа во всем, что они говорят тебе. Ибо не тебя они отвергли, но отвергли, кого написано? Меня. Бога. Да, Бога, чтобы я не царствовал над ним». А Самуил был пророк, да? Самуил был пророк. Они отвергают вот этот пророческий институт, который Бог установил, и просят себе царя. А чем, кстати, пророк отличался от царя? То есть ту же самую волю Божью царь бы в народе претворял? Или там были отличия? Были отличия, потому что все-таки пророк это был человек, который непосредственно передавал Божью волю своему народу. Царь – это уже земной правитель. Это уже, ну, скажем так, светский институт власти, да, это не религия. То есть пророк – это человек, который, ну, как священник. Как священник. Да? Как священник. Сейчас, то есть это церковная власть, это, скажем, теократия, так мы говорим, теократия. То есть управление Богом, прямое управление Богом народом через своих избранных людей, теократия. А остальные формы человеческого управления уже называются монархия, там, демократия. Да, то есть они хотели светскую власть. Олигархия, да? И так далее, и так далее. Они хотели светскую власть. Но вот к чему вот это я подробно так рассказываю? К тому, чтобы дать понять, что политическая система управления, которая существует сегодня, она существует по причине того, что люди отступили от Бога. Если бы люди не отступили от Бога, если бы не было греха, тогда и, собственно, политическая система сегодня бы не существовала. Бог бы управлял бы людьми, если бы. Но поскольку это случилось, понадобилось светское вот это правительство, земная власть. И Библия говорит о том, что эта власть необходима для сдерживания зла на нашей земле. Интересно, кстати, что здесь, в 10 главе первой книги царств, вот если мы откроем 10 главу, с 20 стиха написано про первые выборы политические в истории израильского народа. «И велел Самуил подходить всем коленам Израилевым, и указано колено Вениаминово. И велел подходить колену Вениаминово по племенам его». И указано племя Матриева, и приводит племя Матриева по мужам, и назван Саул, сын Кисов. И искали его, и не находили. То есть вот здесь вот первые такие вот выборы. Которые сам Бог проводит. Которые там сам же Бог не проводит. Народ голосует, Бог указывает. Бог указывает. Ваше племя, ваше колено, этот человек, да? Да, но народ все-таки, хотя Бог указывает, но народ, он одобряет. Потому что здесь дальше, смотрите, и побежали, и взяли его оттуда, и он стал среди народа, и был от плеч своих выше всего народа, и сказал Самуил всему народу, видите ли, кого избрал Господь? Подобного ему нет во всем народе. Тогда весь народ воскликнул и сказал, да живет царь. То есть здесь все-таки
не только Бог, да, вот указывает, а здесь и народ принимает участие, вот исходя из этих... Народ текстов. Согласен с тем, что народ Бог выражает свое согласие. Угу. То есть это первый случай, когда вот происходят такие выборы. Ну вот, наверное, отчасти я ответил на ваш вопрос. Как в Библии, да, проявлялись вот эти примеры, да? Да. Но вот все-таки интересно то, что здесь Бог проявляет очень яркое участие. Он очень активно участвует в политических, так скажем, процессах, да, вот он сам указывает на человека, он напрямую разговаривает, может, и не со всем народом, но с Самуилом, пророком, который волю Божью говорит народу, он разговаривает очень активно. А мы сейчас живем, у нас власть полностью светская, и, в общем-то, Бога, ну, мы не знаем волю Божью относительно того, что он хочет. Вот кто бы у нас был вот президентом, кто был бы главой, допустим, республики, кто будет мэром города, Бог не говорит о своем, о своей воле. Люди выбирают сами. Бог как бы дает право выбора людям. И вот такой вопрос. Может ли верующий человек, и должен ли он, например, обязательно пользоваться своим правом, например, ходить на выборы? Потому что есть такие люди, которые говорят, вот я верующий, я понимаю, что это мое право, но я не буду ходить, ну, не хочу просто вообще вмешиваться в политические дела. Кто-то говорит, да ты как верующий человек, наоборот, несешь ответственность, ты должен думать о благе своей страны, ты должен изучать кандидатов, выбрать лучшего и проголосовать. Вот как вы? Очень хороший вопрос, и вы знаете, я хотел бы немножко с вами поспорить. Вот вы говорите, что сегодня уже не так, и сегодня сами люди избирают себе правителей, а Бог уже вроде как бы и не участвует. Как бы устранился со стороны, смотрим. Но это не так. Потому что в Священном Писании есть значит, несколько текстов, не один, но вот особо яркий текст записан в послании к римлянам апостола Павла. 13 глава, с 1 стиха мы можем прочитать. Здесь так написано: «Всякая душа да будет покорна высшим властям, ибо нет власти не от Бога. Существующие же власти, вот посмотрите, как написано, Юля, от Бога установлены». То есть и сегодня, несмотря на то, что сегодня уже нет значит, таких выборов, как вот они были в первой книге царств описаны, да, которых мы читали только что. Но, несмотря на это, сегодня Бог продолжает управлять в том числе и земными правителями, которых избирают люди для земного правления. Теперь по поводу участия в выборах. Смотрите, как здесь написано в 3 стихе. «Ибо начальствующие страшны не для добрых дел, но для злых. Хочешь ли не бояться власти, делай добро, и получишь похвалу от нее». Ибо начальник есть Божий слуга, тебе на добро. Вот Библия говорит о том, что земная власть сегодня существует на добро, для того, чтобы сдерживать зло. Следить за порядком. Да. Смотрите, если делаешь зло, бойся, ибо он не напрасно носит меч, он Божий слуга, отмститель в наказание делающему злое. То есть основная функция современной власти – это сдерживать зло. Как написано здесь в Священном Писании. Я читаю из Библии. А раз так, то сегодня современное политическое устройство, современное государство, оно является необходимостью для сдерживания зла. Оно является добром, так же, как добром являются начальники, да, вот в современном обществе. Начальник есть Божий слуга. А раз так, мы можем сказать, что, конечно же, христианин может и должен принимать участие в земном управлении, земными делами, да? Вот, через участие в политических выборах. Потому что это на сегодняшний момент для нашей системы управления вот, в наших странах единственная законная смена власти заключается в политических выборах. То есть когда мы приходим и голосуем за того руководителя, за того начальника, который, по нашему мнению, должен делать добро и сдерживать зло. То есть поставлен Бог. Поставлен Бог. Это единственная, скажем так,
законная смена власти. Потому что если мы с вами будем выступать против власти, значит, и насильно ее свергать, то здесь вот второй текст мы читаем, послание к римлянам. Противящиеся власти противятся Божию установлению, а противящиеся сами навлекут на себя осуждение. Везде Библия говорит о том, что ни в коем случае нам нельзя поднимать восстание против действующей власти, принимать участие в каких-либо мероприятиях, которые выступают за свержение действующей власти, за какое-либо восстание. Угу. Потому что всякая власть от Бога. Единственный способ влияния на политику и участие христианина в политике – это участие его в выборах. И человек идет на выборы, голосует, молится перед этим. И, в общем-то, это является и гражданским долгом каждого человека, чтобы вот у нас были те правители, которые соответствуют Священному Писанию. Ну, во всяком случае, это наш вклад. Понятно, что мы являемся частью общества. Понятно, что от нас далеко не все зависит, а может быть и мало что зависит. Как некоторые говорят, ну, что от меня зависит? Все Но равно. Главное да. – выполнить свой долг перед Богом, перед своей совестью, перед верой своей. Ну, как бы, да, верующий человек просто отдает все в руки Божьи, он идет, голосует за того, может быть, он даже молится перед тем, как выбрать кандидата, изучает программы, да, понятно, что ты всего не можешь предусмотреть, но ты как бы, ты человек, не можешь предусмотреть, но Бог-то знает, пусть он дает мудрости, да, за кого голосовать. Но вот есть такие явления, как участие в митингах, да? Вот вы говорили о политической борьбе, там Маркс, да, по-моему, читали? Да, да, да. Его определение политики – это борьба. Между классами. Да, да, власть. Между классами, да, и между правителями, в общем, это борьба, постоянная борьба. И вот когда мы воспринимаем политику именно как борьбу, вот здесь у нас и встает вопрос, должен ли вообще христианин участвовать в этой борьбе? Вот, которая часто ведется и с помощью оружия, это и информационная война, это и настоящая война с помощью оружия, ну, в общем, все что угодно может произойти. Может ли он, если он считает, что, ну, как бы, место этой власти должна занять другая власть, более правильная, может быть, более добрая, более приносящие пользу обществу. Может ли он в этом участвовать? Может ли он участвовать в митингах, например? Ну, там кричать что-то, какие-то лозунги, вот так вот бороться на словах, подписывать петиции. Ну, как бы, ну, мы же без оружия, мы же никого не убиваем. Мы просто высказываем вот так горячо свое мнение, там, долой таких-то, голосуйте за таких-то. Что? Ну, я уже, наверное, ответил отчасти, да. вопрос, потому что я прочитал текст «Противящиеся власти противятся Божьему установлению, и противящиеся сами навлекут на себя осуждение». Когда мы выступаем против земных правителей, мы, по сути дела, выступаем против Бога, который их поставил на это место. Даже если они не соответствуют тому, что написано в Священном Писании, их жизнь, их действия, их характер, и это является, ну, так просто сказать, вот плохой правитель, там, злой, да, негодный. И люди говорят, ну, он же не соответствует Библии, давайте мы пойдем его свергнем. Но этого делать нельзя, потому что если его поставил Бог, значит, у Бога есть какие-то планы, и если нужно этого правителя поменять, то Бог его поменяет. И я уже сказал, что единственным законным способом влияние на политику является наше участие в выборах. Не в митингах, не в каких-то там противоправных действиях, а в выборах. И, кстати говоря, вот один еще момент по поводу участия христианина, ну, верующего человека в политике. Некоторые говорят, нет, нет, никак нельзя принимать участие. Мы вот отделены от политики. С точки зрения церкви, да, то есть церковь как институт не занимается политикой. И в церкви мы не можем, скажем, вот как пасторы, да, священнослужители, проводить какую-то политическую агитацию. И мы должны пресекать всякие политические споры, да, которые у нас сегодня в церкви часто бывают. Потому что церковь – это тот институт, который создан с особой целью, особой миссией – нести весть о Христе. И церковь, в отличие от государства, действует через любовь, не через борьбу, да? не при помощи
армии, полиции и оружие сдерживает зло, а борется церковь со злом одним только инструментом – своей любовью, как Христос нас учил, да, что мы должны любить врагов своих и этим побеждать зло. Вот в чем отличие церкви. И поэтому церковь, конечно же, не занимается и не должна заниматься, и пасторы, руководители церкви ни в коем случае не должны заниматься какой-то политической борьбой, быть в каких-то политических партиях, потому что их задача – возвещать Слово Божие. Но члены церкви, они могут занимать, в том числе, кстати, и государственные посты. А вспомните библейских героев – Иосифа, вспомните Даниила, да тот же царь Давид, Есфирь, Нееме. То есть очень много библейских героев, которые в свое время занимали в том числе политические посты и своим служением приносили пользу и для Божьего народа, и для всего общества. Да, поэтому, кстати, здесь нужно отделить. Да? Церковь в политике не принимает участие в политическом противостоянии, в этом смысле слова. Угу. Но члены церкви, они могут занимать в том числе и политические должности, управлять в своей стране, но они должны это делать строго в соответствии с законом, при помощи выборов, ни в коем случае не противостоя какими-то вот, ну, силовыми, не свергая власть, да, и не участвуя вот в противоправных действиях. В соответствии вот с законом. Это будет правильно, это будет соответствовать Священному Писанию. Олег Юрьевич, я благодарю вас за участие в программе. И важно, наверное, помнить еще то, что есть нечто, что политика и любая даже самая хорошая власть никогда не могут дать душе человека. Это спасение, это покой и мир в нашем сердце, это наша связь с Богом. Вот это самое Конечно, главное. Потому что Библия говорит, рано или поздно, когда-то все государства закончатся, и на эту землю вернется Господь, который установит свое царствие, царствие добра и справедливости, как оно написано в Священном Писании. И тогда не нужно будет уже этих институтов для сдерживания зла, коими являются наши государства политические. Олег Юрьевич, спасибо за участие в программе, благодарю вас. Дорогие друзья, спасибо за то, что провели это время с нами. Вы смотрели программу «Открытая книга». Всего вам доброго, до свидания.